Всем здравствуйте! В августе этого года Александр Гордон дал резонансное интервью, во время которого в частности признался, что хочет уволиться. В шоу он проработал уже 7 лет. Однако за это время ведущий исчерпал запас сил и желания сниматься. «В моем возрасте я уже не справляюсь. Абсолютно убежден, что мне надо искать какую-то альтернативу, но в чем ее найти, я пока не понимаю», — говорил Гордон. Помимо этого, в той же публичной беседе Гордон признался в проблемах с зависимостью. Он рассказал, что несколько раз выходил в эфир в не совсем адекватном состоянии. Однако эта проблема осталась в прошлом. Осенью ведущий извинился перед зрителями за свое поведение и сказал, что прошел курс лечения от зависимости. Как видно, избавившись от пагубной привычки, Гордон нашел в себе силы на съемки. Он не уволился и, по словам его коллеги Юлии Барановской, пока что не собирается уходить из проекта. На вопрос, правда ли, что Александр собирается написать заявление, она написала в Инстаграме: «Нет, неправда». Чуть ранее у поклонников Барановской появился другой повод для обсуждения. Ведущая показала себя полностью в натуральном виде. Она сняла на видео процесс сборов. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.